Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный, сочный и ароматный апельсиновый кекс. Тесто замешивается очень быстро, поэтому сразу можно включать разогреваться в духовку до 180 градусов. Теперь берем апельсин, у меня вот такой достаточно он крупный, весом примерно 300 грамм, и снимаем с него цедру. Снимать нужно только верхнюю вот эту желтенькую шкурочку, потому что белая будет горчить. Только самый вот верхний слой. Добавляем сахар, мягкое сливочное масло. И сначала разминаем вилочкой. А теперь взбиваем миксером до пышности и однородности. Теперь добавляем яйца, соль. И хорошо перемешиваем до однородности. Добавляем сметану, манку. И коротко прорабатываем миксером секунд 15. Теперь просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. И быстро проходимся миксером. Вот такой густоты должно получиться тесто. Ну, с лопаточки спадает. Все, форму свою я уже смазала сливочным маслом и чуть-чуть присыпала мукой. Перекладываем тесто. Слегка выравниваем сверху. Ставим кекс в духовку разогретую до 170-180 градусов до готовности. Обязательно проверяйте сухой палочкой. Кекс готов, он выпекался 33 минуты. Проверяем шпажкой. Она сухая. Теперь густо накалываем. Делаем много дырочек. И еще горячий сразу же поливаем апельсиновым соком. Теперь оставляем кекс, пока полностью весь сок не впитается, а затем достаем из формы и полностью остужаем. Еще можно сделать апельсиновую глазурь. Вот у меня здесь примерно 2 чайные ложки апельсинового сока. И сейчас постепенно добавляем сахарную пудру, размешиваем, ну и смотрим на консистенцию, регулируем. Я пока 2 ложечки добавлю и размешаю. Ну вот, у меня на 2 чайные ложки апельсинового сока ушло примерно 5 таких полных ложек сахарной пудры. Ну вот такое текучее состояние, теперь можно пролить кекс. Кекс просто восхитительный, он получается очень мягким, нежным, сочным и имеет яркий апельсиновый вкус и аромат. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту, я очень надеюсь, что кекс вам понравится. На сегодня с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения и приятного аппетита!